и лауреат международных конкурсов «Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио». Художественный руководитель Виктор Попов. Симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Васильевич Силантьев. Заканчивая нашу встречу, заключительный вечер третьего всесоюзного телевизионного фестиваля «Песни 73», мы говорим: «Доброго тебе пути, песня 73». Здравствуй, песня 74.